Всем доброго времени суток! В этом видео я расскажу, как быстро сделать простой хомутатель. Для изготовления нам понадобится полоска металла. Я отрежу ее от пластины, приваренной к шарниру. Для более приглядного вида будущего хомутателя я счистил ржавчину с поверхности. Далее делаем разметку. Просверливаем отверстие. И вырезаем. Для удобства работы шлифуем края. Для удержания проволоки при стяжке делаем неглубокую прорезь на конце хомутателя. Для стяжки хомута нам понадобится болт, подходящий по диаметру отверстия. Я использовал болт с уже готовой ручкой. Этим болтом крепится запасное колесо в ладах. Далее делаем прорезь вдоль болта и сошлифовываем резьбу. Все, хомутатель готов к работе. Для хомута нам нужна проволока около 30 сантиметров. Сгибаем ее пополам и обворачиваем трубу в месте, где нам нужен хомут. Два конца проволоки продеваем в петлю и обворачиваем трубу еще раз. Упираем конец хомутателя в петлю. Вставляем проволоку в прорезь болта. Стягиваем хомут прокруткой болта. И загибаем. Откусываем лишнюю проволоку и загинаем края. Хомут готов. Силы затягивания вполне достаточно для бытового использования. Всем спасибо за внимание.